26 сентября с 8 до 18 часов вблизи Олимпийского парка будет ограничено движение на улицах Морской бульвар, Триумфальная, Олимпийский проспект, Парусная и Голубая. Помимо этого, на указанный период изменится схема движения автобусов номер 57К, 124С и 125С с объездом зоны проведения соревнований по улице Казачья. 27 сентября с 8 до 11.30 ограничат движение на улицах Морской бульвар, Триумфальная, Олимпийский проспект, Парусная, Голубая. Голубая и Широтная. В это время снова изменится схема движения автобусов номер 57К, 124С и 125С с объездом по улице Казачья. В этот же день с 8 до 18 часов будет ограничено движение транспорта по совмещенной трассе Адлер-Красная Поляна от развязки, связывающей старую и новую дороги в районе аэропорта до железнодорожной станции Эста-Садок.